Всем привет! Это тостер. И он не работает. Точнее, он работает, нагревает хлеб, все нормально, но он иногда вот так вот не зацепляется. Вот сейчас вот он зацепился, но иногда он вот так вот делаешь, делаешь, и он не зацепляется. Вот обычно, вот когда вот надо, вот так вот иногда по 20 раз делаешь, и он не цепляет. Вот сейчас вот цепляет. В общем, чего-то здесь не в порядке. Иногда цепляет, иногда не цепляет. Вот, давайте откроем и посмотрим, можно ли здесь что-то сделать или нет. Вот здесь вот клеммы с проводком надо освободить. С этой стороны и вот с этой стороны. Вот так вот. О! Так, и теперь вот так вот. О! Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, вот он сейчас зацепился. Вот. Вот. Нажимаю. Этот рычаг под действием силы и тяжести вот туда вот так вот поворачивается. Вот так вот. Раз, под действием силы и тяжести. И вот это наверх, когда движется, упирается в него. И это ему не дает подняться наверх. То есть вот зацепился, да? Видно, не хватает ему иногда вот этой силы и тяжести. Иногда вот там, может быть, попадает какой-то соринка или что-то. И он вот так вот постоянно и не цепляет. То есть, что надо сделать? Нужно прицепить туда какую-нибудь пружинку, которая бы ему помогала вот все время поворачиваться. Сейчас ставлю на паузу, пойду поищу у себя какие-нибудь пружинки подходящие и продолжу. Итак, искал у себя пружинки. Вот нашел такую подходящую вроде бы пружинку. Сейчас попробую ее немного так вот согнуть, чтобы она сюда подошла. Вот зацеплю ее вот в это вот. И как-нибудь куда-нибудь вот сюда вот. Вот как-нибудь так, вот чуть подогну ее, чтобы случайно она не вылетела. Такая тоненькая довольно пружинка, гнется легко вот. Согну ее сейчас вот так вот. Кстати, очень неплохой инструмент. Даже написано Япония. Не знаю, можно ли этому верить или нет. Вот. Покупал на Алиэкспрессе, если кто хочет, ссылка будет под видео. Ну и вот здесь вот так согну тоже, для надежности. Попробуем как-нибудь зацепить вот так. Вот от пружинки конец, чтобы был вот с этой стороны, а не с той. Потому что с той стороны этот свободный конец пружинки может вдруг зацепиться за эту что-нибудь и вылететь. Так оно надежнее. Вот, вот так вот мы ее зацепили. Вот, зацепилась, да? Отпускаем. Зацепилась. Отпускаем. Зацепилась. Отпускаем. То есть пружинка сейчас ему помогает поворачиваться. Вот. Я думаю, этого будет достаточно, и теперь будет он всегда срабатывать. Еще я решил вот в этом месте сделать небольшой пропил надфилем, чтобы пружинка не двигалась туда-сюда, а была в этом пропиле. Так, и теперь я вставляю эту пружинку. Так вот зацепляем ее. Вот так вот. Берем. Вот так вот зацепляем ее. Вот так вот в это место, где я сделал пропил. Вот. Она сейчас как раз в этом, как говорится, пропиле. Раз, два, раз, два. Работает, да? Теперь я собираю. Так, вот я его собрал. Ну вот он теперь работает. Держит. Вставляем в рукоятку. Сейчас вставим в розетку, посмотрим, греет он или нет. Так, вот включил в розетку. Включаю. Да, греет. Тепло. Отлично. Все.
все отлично работает. Вот такой вот ремонт. Всем пока.